Так, микроволновка Сатурн не греет, работает, все включается, все крутится, но не греет. Все проверял мультиметром, предохранители все проверил. Этот, в принципе, который идет на плату, например, микроволновка, ну, крутится, все работает, то этот предохранитель можно даже не проверять. Этот тоже вскрывал, смотрел пружинку. Все в нем нормально. Я не знал, короче, что уже делать. Уже эти прозвонил штучки тоже. Нифига. Гриль работает, все нормально. Короче, я смотрел, сколько видео уже пересмотрел. Нифига, короче, не могу найти. Вплоть до того, что люди, ну, либо повторяют друг друга, либо выкладывают чушь какую-то. Но... Так, трансформатор тоже я проверял, прозванивал, все работает. И что я обнаружил? Это так, методом тыка. Взял, поснимал температурные режимы эти, таймер. Вот он. И вот что я обнаружил. Смотрите. Па-бам! Вот что я обнаружил. Ну, сейчас я буду пробовать восстанавливать, чистить и запускать ее. Думаю, заработает. Чистим контактную группу. Кстати, эти контакты очень легко вытаскиваются. Их можно и так чистить. Ну, повытягивал, так легче будет, чем просто там ножичком чухать. Такую берете нулевочку. И вот так получается оно все. Так. Собрал я наш термодатчик. Не забудьте, когда будете его вскрывать, сфотографировать все внутри. Все шестерни, все... зажимчики все прижимные, потому что вы его потом, если что-то упустите, можете скрутить и потом уже выкинете его нафиг. Так, и еще хотел самое важное сказать. Вот это тоже все надо сфотографировать, как оно было все подключено, чтоб нигде не промахнуться. Так вот, поставил я терморегулятор, установил уже, как бы слегка так закрепил, чтобы проверить. Да, конечно, может быть, и магнетрон выходит из строя, всегда, обычно, кстати. Но я его раскручивал, смотрел на колпачок, на саму эту излучающую пушку, все нормально. Бывает, конечно, и трансформатор. Ну, всегда, как бы, все, как бы, удар делают на поломку вот этого предохранителя. Там такая пружинка стоит на волоске, как бы, с натяжкой. Ну, бывает, он выходит зачастую из строя. Ну, я нашел поломку вот здесь, потому что вся цепь действительно все нормально и исправно. Так, ну вот, возьму такой стаканчик, градусник, чтобы вам показать, что все работает. Чтобы все было по-честному. Сейчас вода пройдет. Может, там в трубе нагрелось. Уже холодно пошло. Так, проверяем. Градусником. Сколько здесь? 4 градуса. +4. Так. Оставляем его. Берем наш
экспериментальный стаканчик. Закрываем. Так, включаем на высокую. Так, и на 2 минуты. Так, берем наш градусничек и понеслась. Все, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, будет еще много интересных видео. Всем пока!